Парни, ну, во-первых, поздравляю с выходом в плей-офф. У вас очень сильная группа была. Сейчас вы боретесь, однозначно боретесь за медали. Скажите, Красная Звезда сегодня сыграла так, как вы ожидали, или все-таки преподнесла некие сюрпризы? Не, очень хорошая команда. Боролась до конца, до последнего. Вы видели, 4-3 выиграли. Победа есть победа, но очень тяжелая победа. Ваш вратарь сегодня 2 забил. На стадионе Ланс-Арена. У нас ключевой игрок, у нас вратарь Руслан Исрайк. Он всегда как бы решает свои моменты, забивает. Это хорошо, когда у нападающих не получается, а вратаря получается. Спасибо, парни, удачи в следующей игре. Спасибо большое.